жаркий день. Так хочется поплавать в бассейне, но у нас его нету. Привет, Пеппа! Привет, Джордж! Привет, Маша! Сегодня такой хороший день, а вы грустите. Что случилось? Мы так хотим поплавать в бассейне, но у нас его нету. Так, я угадала с подарком. Я подарю вам бассейн! Ура, бассейн! Но не обычный, а с сюрпризом. И вы сейчас увидите его. Он находится прямо за вашим домом. Быстрее, Джордж! Побежали! Ура! Ого, какой красивый бассейн! А что это там в середине? А это не обычный бассейн. Этот бассейн наполнен прозрачными шариками Арбис и разными игрушками. Вы готовы плавать? Да, да! Ну что ж, забирайтесь. Ой. Какая красивая вода, не правда? Да, очень красивая. Ну что ж, давайте. Кто первый? Я! Давай, Пеппа. Ой, как хорошо. Джордж, давай. Как хорошо. Джордж, давай найдем игрушки. Давай, Пеппа. Смотри, какой дельфин большой. Ого, Джордж, какой большой. Я хочу достать этого крокодильчика. Ой. Маша, помоги мне. Вот смотрите, какой красивый крокодильчик. Такой зелененький. Он, скорее всего, только вылупился, видите? В какой-то шкарлупе. Так, Пеппа, а ты там что нашла? Ой, Маша, а я нашла пингвинчика. Вот он внизу. Ой, какой миленький, какой хорошенький. Смотрите, какие у него большие глазки. Положим его к нашему крокодильчику. Я пойду еще искать. Так, что тут у нас еще есть? Какая-то жабка. Ну, доставайте ее. Ой, последняя. Ой, какая красивая. Все, там больше ничего нету? Посмотрите. Ой, это не тот дельфинчик, что Джордж нашел. Смотрите, здесь один дельфинчик, а внутри еще один. О, а внутри и такая же водичка, как у нас. Да, видите, голубенькая. Такая же самая, как у нас в бассейне. Угу. Вот, мы нашли 4 игрушки. Это крокодильчик, пингвин, такая жабка с портфельчиком. И дельфинчик, самый красивый дельфинчик. Такой большой-большой. Он плавал в нашем бассейне. Точнее сказать, 2 дельфинчика. Ну что, вы уже поплавали? Да, Маша. Вот такие классные шарики. Ой, пульк. Пеппа, посмотри, как я умею нырять. Черт, я тоже так умею. Ой, как хорошо, мне так понравилось в бассейне. Ну ладно, Джордж, давай выходить. Нельзя много купаться, иначе можете простыть. Вот у нас есть вот такой шезлонг. Пеппа на него у нас загорать будет. Вот так. А я хочу поиграть с нашими новыми друзьями. Хорошо. Какие все красивые. Спасибо, что смотрели наше видео. Обязательно ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. С вами была Маша, Пеппа и Джордж. Пока-пока.